Ди Каприо. Париж – одна сплошная похоть. У нас проблемы. Второе место, где снимался «Инсепшн». Привет! О, прям как ты, в ванной. Держи. Знаешь, что она была? Куртизанка. Да? Откуда ты знаешь? Не знаю, мне так показалось. Голыми на улице не лежат. Сюда вот так и рука туда, да? На удачу! Мне понравилась твоя шутка. А тут что-то, это парк куртизанок. Париж, Париж одна сплошная похоть, правда? Вот. Да. 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 Смотри сюда. Мы во сне? Ты сейчас спишь посреди аудитории. Это твой первый урок обмена сном. Не бойся. Там был постпродакшн 100%. Памятник был. Да? Да. Мы стоим там, где сидел все время Леонардо Ди Каприо. Да. Массовка пошла, массовка, кат. Массовка пошла? Да. Где-то я уже это видел. Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты людей. Мне кажется, почему-то, что это ЮНЕСКО. Выглядит очень как-то устрашающе, если скажу. Да, смотри, все ограждено, все там ходят. Смотри, как это металлодетекторы, там военные. А мне кажется, здесь снимают, знаешь, это эпизоды из фильмов про НАСА. Да. Стоит один важный, и все сидят. Фуражки на столе. НАСА, у нас проблемы. И тут наверху идут поезда. С видом на Эйфелеву башню. Холодный, ты не ждешь. Да, я думаю, что...
что это было нехорошее что-то. Тут Диор на каждом углу, как Макдональдс в Лондоне. Мы находимся на... Парис Гаре де Норт. Парис Гаре де Норт. Как-то они это по-другому произносят, ну ладно. Все равно плак-плак. Не хочется уезжать. Безумно красивый город. Я прям влюбился. Хочу здесь остаться. Все идут на поезд. Элизабет идет в туалет. У нас все очень спланировано. Обожаю поездки. Лондон. Ты дыра. Ты дно. Париж, ты прекрасен.